Любовь Успенская в свои 67 лет просто конфетка. Королева шансона не устает хвастаться фигурой, как у школьницы, представая в дерзких мини и демонстрируя пышное декольте. Но на этот раз Любовь Залмановна показала кое-что особенное. Любовь Успенская обожает эффектные образы, ради которых старается держать марку молодой, энергичной женщины. Вот только в погоне за красотой артистка решается на сомнительные эксперименты. Не секрет, что артистка является любительницей косметических процедур и пресловутых уколов красоты. Однако отдельной страстью блондинки являются фильтры. Намедни Успенская ошарашила народ новым лицом, представ перед народом в образе юной девы. Поклонники странный внешний вид любимой артистки не оценили. По мнению многих, новое лицо звезды получилось слишком переделанным. Так музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в своем стремлении выглядеть моложе Любовь Залмановна перешла все мыслимые рамки. После многочисленных хирургических вмешательств артистка лишилась самого главного своего достоинства – естественности и неповторимости. «Мне кажется, Люба перебарщивает с пластикой филлерами. Не нужно этого делать. Она похожа на куклу Барби. Это не очень соответствует репертуару Успенской», – сказал, как отрезал. Он в эфире шоу «Хватит слухов». На канале ТВ-центр. Зато пластический хирург Тимур Хайдаров, который проводил операции, считает их результаты выдающимися. Да и сама Успенская, как говорит врач, осталась в полном восторге. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, где обязательно выбирайте все видео, чтобы не пропустить самое интересное. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.